Всем привет, это интернет-магазин Ради Твора. Сегодня у нас будет первая часть обзора на бренд Бати. К нам пришла новая коллекция, на нее все выходные будет действовать скидка 20% по промокоду BATIK23. Начнем с первого комбинезона для мальчиков. Эта модель представлена в размерах 86, 92, 98. Запас соответствует сезонности одежды 3-4 см. Здесь используется мембрана 5000. Внешняя часть полностью водонепроницаема, но отлично пропускает воздух. Утеплитель 350 грамм. Модель подходит до минус 30 градусов без слоев. Здесь по всей поверхности нанесен принт с динозаврами, который очень понравится любому мальчику. И идет брелок в виде игрушки. Капюшон несъемный, при необходимости его можно затянуть, мех отстегивается, присоединяется к капюшону на кнопочке. Здесь есть внутренняя ветрозащитная планка, защита от зажимов кожи на уровне шеи. Подклад выполнен из флиса по верхней части, это дает дополнительное утепление. Флис также идет в капюшоне. Внизу в рукавах используется скользящая ткань тафета. При необходимости комбинезон Батик можно затянуть по объему талии, для этого внутри расположена утяжка. В рукавах вы найдете трикотажные манжеты, внутри брючин расположены снегозащитные гетры и также в комплекте с комбинезоном идут силиконовые штрипки для фиксации обуви. На модель для малышей здесь по всей поверхности расположены котики. Застегивается комбинезон на одну широкую молнию, есть внутренняя ветрозащитная планка, защита от зажимов кожи на уровне шеи. Капюшон несъемный, при необходимости его можно затянуть. Обратите внимание, что здесь флис идет по всей внутренней поверхности и даже закрывает попу. Тафета будет идти только по передней части брючек и в рукавах. Также предусмотрены специальные эластичные лямки, чтобы ребенок мог снять верх в помещении. В верхности расположены кармашки на молнии, в рукавах трикотажные манжеты, в комплекте идут силиконовые штрипки для фиксации ботинок. И также внутри брючин вы найдете снегозащитные гетры. Верхняя часть изделия полностью водонепроницаемая, здесь мембрана 5000, утеплитель 350 грамм, комбинезон подходит до минус 30 градусов. Следующий комбинезончик уже для деток более старшего возраста, он в наличии до 116 см, утеплитель 250 грамма и мембрана 5000. Плотно закрывается на липучку, капюшон несъемный, есть утяжка. Здесь одна косая молния, она расстегивается практически до самого конца, что очень удобно. Есть внутренняя ветрозащитная планка и защита от зажимов кожи на уровне шеи. Пушистый, при необходимости его можно отстегнуть, он присоединяется на кнопочке. Здесь идет подклад из флиса по всей внутренней поверхности, полностью закрывает попу. По нижней части идет скользящая ткань тафеты, и тафета также есть в рукавах. В капюшоне используется мягкий флис, он дает дополнительное утепление. Ребенок смог снять верхнюю часть помещения, внутри комбинезона расположены эластичные лямки. Внутри брючин вы найдете снегозащитные гетры и силиконовые штрипки для обуви. Обратите внимание, что в местах особого трения идет ткань кордура, она выдержит несколько тысяч циклов трения. Следующий вариант комплекта для девочек. Здесь на внешней части принты с зайчиками, очень милые брючки бирюзового оттенка. Утеплитель 300 грамм, мембрана 5000. Дополнительное утепление дает флисовый подклад, который расположен внутри куртки и также внутри капюшона. В рукавах используется скользящая ткань тафета. Здесь мы видим две ветрозащитные планки, одна внешняя на кнопочках, дополнительная планка есть внутри по всей длине молнии, есть защита от зажимов кожи на уровне шеи. Капюшон несъемный, при необходимости его можно затянуть, мех отстегивается. В этой куртке есть кармашки, в комплекте идет мерцающий брелок, а внутри на уровне талии расположена утяжка. Вы сможете затянуть куртку по объему талии вашего ребенка. Обратите внимание, что утяжка также идет по нижней части куртки. Это сделано для того, чтобы холодный воздух не проникал внутрь. Брючки на эластичных лямках, которые можно отрегулировать под рост ребенка. Застегиваются они на одну молнию. И важная особенность, здесь внутри идет флисовый подклад. Это большая редкость в брючках. Здесь он закрывает даже попу. Спереди используется скользящая ткань тафета. Внутри брючин расположены снегозащитные гетры и эластичные штрипки. Для мальчиков здесь также принт с динозаврами, точно такой же, как и был на комбинезоне. Мембрана 5000, утеплитель 300 грамм. Внутри идет флисовый подклад, который дает дополнительное утепление. Во всех изделиях бренда Batik внутри есть вот такой вот термометр, который покажет температуру. Капюшон несъемный, при необходимости его можно затянуть при помощи утяжки, мех отстегивается. Флис здесь идет по всей внутренней поверхности, в том числе по вороту и внутри капюшона. Также флис, как и в предыдущей модели, вы найдете внутри полукомбинезона. У куртки две ветрозащитные планки и защита от зажимов кожи на уровне шеи. Внутри расположена утяжка по нижней части для защиты от холодного воздуха. В комплекте идут силиконовые штрипки для фиксации обуви, а внутри брючина расположены снегозащитные гетры. Обязательно на всех комплектах есть светоотражающие детали, которые сделают ребенка более заметным в темноте. Это только часть модели из актуального наличия сайта. Напоминаю, что все выходные будет действовать промокод BATIK23 на дополнительную скидку 20%.